Поехали. Ты в шапке. Это как, это что-то значит? Это как-то связано с любовью? Это значит, что ты попросила меня одеть шапку. Но это связано как-то с 14 февраля? Холодно, поэтому я в шапке. Да нет, вряд ли, не думаю. Расскажи о любви. А хочешь снимать туда пойти? Там освободилась комната. Нет, здесь хорошо. Хорошо. Рассказать тебе о любви? Да, расскажи о любви. Любовь — это когда тепло. Когда человек тебя обнимает, а тебе тепло. Ну, в смысле, тепло не физически, там, потому что он сам такой горячий финский парень, а потому что как-то вот хорошо, спокойно. И что-то хочется делать там для этого человека. Хорошее, доброе. Забота. Забота, да. И причем, не знаю, в моем понимании, любви не бывает в прошедшем времени. Вот там, а, все, я тебя разлюбил. Значит, не любил. А любовь — это даже когда вы там что-то наговорите друг другу всякой дряни, о которой потом жалеть можно. Все равно думаешь, там, ты поел? Ты выспался? Ты не заболел? Нет? Купить тебе таблетки? Как-то так, наверное. Да, и когда обижать не хочется, когда вот даже настроение плохое, обычно, ну, характер у меня такой, немножко я холерик, когда у меня что-то вот не получается, настроение нету, срываешься как-то всегда на людях, которые в ответ тебе ничего не скажут, а это такой человек должен быть, которого я люблю, на котором даже и срываться не захочется. Захочется просто вот так спокойно подойти, обнять, и тут сразу все хорошо, и я совсем уже не злюсь. Что-то ну как такое. Бы ты хотела познакомиться с этим самым человеком? Даже не знаю, чтобы смешно потом было, такие вспоминали, смеялись. И детям, да, что было рассказать? Да, чтобы было интересно как-то. Можно, я не знаю даже, какой-нибудь, вообще, может быть, даже не столько смешно, а может быть, в какой-нибудь вообще абсолютно неожидаемой ситуации. Я пошла в магазин, или я видела его 100 раз где-нибудь в одном и том же месте, там, не знаю, мимо проходили, а тут раз... Или он за тобой следил, да? Нет, ну, если он за тобой следил, это уже как-то, знаешь, американским психопатом попахивает, поэтому не хотела бы. А чем тебе не устраивает американский психопат? А вдруг любовь, а вдруг электричество? Ты имеешь в виду Кристиана Бейла или прям персонажа? Ну, персонажа. Нет... Нет. Почему-то кадр вспоминается, когда он проститутку вот так бензопилой на две части распилил, и я сразу говорю нет. Не, ну так-то, конечно, не хочется. Это понятно. Да, так не хочется, нет. Угу. А детей бы сколько ты с ним завела бы? Детей сколько бы я завела? Мальчика бы завела, Максимку. Ну или девочку Алиску. Почему? Почему? Любовь к этим именам, да. А, не знаю. Максимка мальчик был, который мне первый раз очень-очень понравился. Угу. Вот. Может, даже влюбилась, не знаю. Ну, хороший такой был мальчик. Ну, как, наверное. Ну, мне казалось, что он хороший мальчик. А первая любовь? Это как раз Максимка? Первая. Ну, в смысле, та, которую я поняла и осознала, когда меня, ну, так сказать. Нет, детская, допустим. А, детская? Ну, в детском садике у всех мальчик был Слава Газонов. Бегал, меня в щечку целовал. Вот. Уже не помню, как он выглядел. Темненький, по-моему. Маленький темненький. Вот. Ну, у тебя бы не получилось так, чтобы с детского сада и на всю жизнь. У меня? Нет, вряд ли. С детского сада нет, потому что, ну, все-таки там всякие подводные камни, переходный возраст, юношеские прыщи. Как-то приходится менять свое мировоззрение в этом возрасте. А, ну, так вообще, в принципе, я... Не к тому, что люди мне надоедают, нет. Если человек хороший, не надоест. Бывают люди, которые сами прям так стремятся мне надоесть. Но в основном нет. Я верный человек. Все ясно. Белое и черное ухо прям. Все с вами ясно. Ну, так у Алла больше. Надо покрасить уже. Ну, уже пора, да. Да. Ну, все, спасибо. Пожалуйста, наступающим. Обращайтесь.